Всем привет, с вами Анубис. Сейчас сыграли на фулл рандоме. Мне выпал причал, и по моему мнению это один из самых слабых замков. Но мне нравится. За него приятно играть, особенно отстраиваешь никсов, и можно уже нырять в улики. Как бы ударный стек касик, блин, там, если их особенно там 120, там, можем такие вещи потерять, могут творить. Бля, поэтому, знаю, кажется, в целом, взять. Замок очень рабочий. Но проблема со стартом, да, когда ты стартуешь на рандоме, а еще и болото вокруг тебя окружает, поэтому, когда мне выпал Дерек, я, безусловно, обрадовался. Ну, а что было дальше, смотрите сами. Приятного просмотра. Чё, плюс о нём, да? Поехали. Поехали бахать рандомчик. Причал. Ну, причал нормально. Там цита. Ну, тут дороги плохие. Неплохой стартер, на самом деле. Стик. А у Стига, по-моему, маслица, нет? Щит. Артефакт пойдет, кстати. Нихуя себе, да? Что-то это очень знакомая, да, песня. Уже недавно мы такое катали. Очень похожая, блядь, сколько Зев. Зев до хера. Надо чекать, да? Нимфы, да, с чего начать? Коробка сложная, не возьмешь. Куча нимф. Куча нимф, да? Ну как куча? Раз, два... Дороги очень хуёвые, потому что выбегать просто капец сколько времени. Вот это надо пробивать. Тут, наверное, грейд пиратов на первый день. И ими пробивать. Греча. Жаль, ты не первый, Греча, пришла. Жаль, ты, Греча, пришла не первой, да? Чё, будем чекать? Ну, нам на самом деле деньги надо. Нам бы вот так вот пособирать, да, и Гречу вниз, допустим, отправить. На болотном мясе, да, заодно пробить. Отлично. Ну, не знаю, даже можно тут, ну, я думаю, тут даже плюсовать надо будет. Я тут не вижу повода для грусти, сказать. Можно даже две концы чекнуть и от этого оттолкнуться. Но это по деньгам слишком дорого нам будет вставать, две концы чекать. Надо еще отсюда будет кого-то купить и повезти его наверх. Пока только одну чекнем, скорее всего. Вот эту. Или деньги пойти взять. Не, надо чекать, надо по-любому чекать. Единичка, хуево. Надо теперь эту чекать. Если это тоже единичка, это надо, ну, как бы это забудь его, забудь. Пока не могу загредить, мне надо еще кем-то побежать, деньги пособирать. Это кто-то, это вот это, подружая. Че, не понял. Так. Наверное, этим пойдем налево.
Ну и на одного точно хватит. Отлично. Будет сейчас боевка такая, да, не очень простая. Или вообще можно в первую консу нырнуть с 43-х самых, да? На третий качнуться. Или рефьюгу. Рефьюгу бы тоже дочекнуть. Бля. Ладно, давай сюда. 3-5. Будем лучше стараться, да? Одного тут прямо ставим. И с этого ответку снимем и поехали. Только дырочку вот эту закроем. Ага, бля, не снимем, да? А нет, снимем. Нормально. Бам, ебай. Так, ну мне надо, чтобы он выбежал. Да, в принципе, можно и сюда. Изейшая. Здесь бы, да, кого-то купить и отсюда побежать. Давайте чекать. Нихуя себе. Морские волки. Жесткие, блядь. Это жесткие ребята. Бля, ну не знаю. Ну, блядь, ну выглядит как плюс. Выглядит как плюс, а там будем смотреть. 1-1-1, понял. Мантикор, да? Выглядело как плюс, потому что неплохой ста... Опять, да, ты, блядь? Ух. Ух. Тираксор. Нормально. У, блядь! Вот тут касечка, блядь! А он ее не видит. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Два, можно сказать, варвара. Будут сейчас, скорее всего, драться, потому что велика вероятность, что я это буду плюсовать. Очень велика. Есть хороший артефакт. Есть стартовая армия. Сейчас будем дальше разбегаться, смотреть. Есть какие-то уже улики, да? Хорошо. Изёвый улик. Зефа. Зефы вообще берутся по гайду на кассе. Только я этот гайд не знаю, но он есть. Можно будет быстренько глянуть. В принципе, причал прям рабочий. Еще бы просто вот хотя бы один улик найти. Вот еще один улик, да, и можно прям смело здесь плюсовать. А ну-ка, вот это очень хорошее. Ну, охрана. Ну, охрана, конечно, не очень хорошая. Блять, могу ли это плюсовать? Там цитотироксор все-таки тоже, да, стартер туда-сюда. Сюда надо разбежку сделать. Сюда, да, наверное, надо бежать. 380 сюда. Смысла нет. Надо сюда побежать налево. Здесь потом кем-то разбежим. А, ну, подумаю, сюда или наверх. Давай наверх побольше. Побольше дадим засвета. Какая-то коробка 2049. Но нихуя не простая, да? Есть нычка никсов.
Блять, ну один улик, сука, один улик, и меня это очень сильно смущает. Один улик. Есть 1-1-2, да, у нас? В теории, мы еще можем подрейсить на второй день. Но нам, конечно, ну, хотелось бы что-то это самое, да? Что-то бы и в первый день. Блять, и теперь даже денег. Ну нет, придется рестить, мужики. Придется тут рестить. Может, конечно, сюда поехать, сюда запрыгнуть. Еще будет на героя. Бля, вот это бы пробить, что я тупанул, пиздец. Блять, я вот это не заметил, представляете? Не знаю, вот это бы пробить, вообще два ящика спылесосить. Капец, это сильно. Но если я это пробиваю, сюда уже не успею. А здесь, кстати, вот так можно взять и сюда нырнуть. Зейшее пробитие, да? Нычек нет никаких. Нычек нет никаких, да? Теперь видно, что у меня касса. Один улик. Один улик, никсы. Блядь, ну выглядит как рабочее, но, блядь. Не знаю. Зефа. Непонятно, что за охрана. Я не могу разглядеть по пикселям этим. Не могу. Не могу. Одна зефа, один улик. Сюда какую-то разведку забульбенить, да? А тут прохода нет. Не, ну я буду рестить. Я подрещу это. Не вижу я тут что-то. Можно было, конечно, второй день. Ну хотя бы еще один улик в первый. Три подряд причал. Три подряд причал. Ну давай тут Кассию, я не против. Кстати, блядь, Дерек. Дерек тоже хорошо. По артам тоже неплохо. Пойдет, ладно. Придется Кассик, скорее всего, здесь мейнить. Потому что разбежка нужна. Так, видим улик уже. Уже что-то есть, да? Причем этой можно будет его еще и забрать. И вывести на второй день. Поэтому далеко ей не убегаем. Поедем дальше пока. Второй улик. Ну, уже хорошо. Теперь денежку бы на разбежку, да? Так, извините, денежку на разбежку, таки раз ноги легиона. Так, я понял. Целька, целька прикольно. Ну, мэнится пока все, но Дерек. Пока мэнится, конечно же, Дерек. Это на ГО, это на этот самый, да?
Но это подберем кем-то еще. Кстати, вот касечки пошли, да? Три улика, но это плюс. Чтобы здесь кого-то купить. Так, сейчас пока здесь тогда возьмем. Так, я тут плюсую по-любому. Три улика это плюс точно. Есть неплохой стартер. Четыре улика, ёбнешься. Четыре улика, да? Ты с тактикой? Нет, ты без тактики. Это будет сложно, да, пробить и вывести. Это тоже, это тоже. Это тоже, это... Надо начинать, наверное, с каких-то адских псов. Или вот с этих. Блять, вот это надо купить, ну пердец. Дерека не там купил, надо было вверху Дерека купить. Ну, кстати, возможно, да, и поехать им. Дерека под коробку бы, блядь, ну коробка сложная. Дерека под улики надо куда-то ставить. Надо касечек вытаскивать, надо замки пробивать. Я не могу, видишь, тут не могу никого здесь купить, чтобы еще разбежечку дать. Зато могу здесь. Блять, я, кстати, мог забежать, да, и сюда еще купить. Давай думать, откуда начинать. Ладно, отсюда будем стартовать. Сюда надо Дерека, наверное, ставить. Деревяхи, что это за деревяхи? Гэл, гэл. А уже по рестарту было у нас? Подожди, а? Что такое? А, почему? А, да, было по рестарту. А против кого играем? А, блядь, еще крепость, ладно. Это тюрьма, да? Так, еще бы, да, на героя. Не знаю, могу сюда, наверное, на второй день это сделать. Нам надо выставляться под улики. Вот здесь, вот здесь. Что-то бы взять, что-то бы вытащить, да, раз, два. Еще бы героя взять. Пикси бы разъебать, взять денежку, посмотреть, что здесь. Куда дырок-то тащить? Вопрос, бля, вопрос. Никсов надо ставить, через Никсов в улики нырять, на самом деле, сейчас прям так сразу. Может, Дерека на всем мясе. Ну, склеп, да, выглядит нормально. Просто вот это надо, ну, хотя на следующий ход сможем. А, подожди, у меня 3200, бля, 3200, еще ж есть герой, пиздец, еще можно кого-то героя сделать.
и поехать вниз, допустим, или вверх с мясом. Ну, целька и так, да, наверное, на стрелках разъебет замок. Кем-то поехать, или налево поехать, или вниз. Пушим, давай вот так. Давай вот так. Два склепа, да, и потом будем выскакивать. Ну не могу ходить, бля. Так, ладно. Кто там? Через Никсов бы, да? Через Никсов бы как-то отыграть. Так, ну целька чё? Целька поехала на замок. Еще улик, вау. Еще улик, вау. И такой прям неплохой, да, еще с такой минус моралью четкой. Уже не доеду, да. Уже надо вот так делать. На следующий ход доеду. Нормальное ГО. Вменяемое, да? А здесь надо было опыт взять. Возможность была прокачаться. Не знаю, есть ли смысл вот это грейдить. Мне кажется, Никсов надо. Гнездо, Никсы, на следующий день в улик. Сейчас мы выставимся, да, под улик. То есть мы возьмем вот эту темку. И нам бы с верхнего начать. И потом передать армию сюда. И гунарам забрать вот этот. И потом ехать на верхний вот этот. И уже... вот это добирать альтами. Тактики кого-то надо будет выставлять туда-сюда. Пегасы. Пегасы подчикают, но самое, мы на них уже с никсами будем нападать. Там уже не должно быть проблем.
Ого. Хорошая мораль. Еще хорошая мораль. Идеальное пробитие. Пойдет. Касяк очень мало. Да, касяк мало, поэтому я даже не знаю, есть ли смысл их тут собирать. Есть нычки, может оставить их пока на единичке. 39 пиратов, да, ну и никсов будем ставить. Конечно, если найти еще нычку никсов, это было бы идеально. Взять нычку никсов и уже с никсами запрыгивать. Это было просто идеально. Но надо начинать с этого, 20-49. Не так страшно, смотрится, как вот это. Вот это прям, блядь, сразу на лицо садится. Это пока будет бежать еще. Ну из-за, конечно, кучки золота, сучий потрох. Может, сюда это альтом надо уже ехать. И потом сюда альтами ставится. И где-то еще надо подкачивать. Так, ладно. Можно Лоррейн взять вот это. А, подожди, тут за рельефом не возьмешь, да? Там еще какая-то охрана. Здесь надо еще глянуть. Вот это чуть попозже, да? То есть вот так возьмем. Ага, понял. Кем-то сюда залететь, а ей потом вывести на следующий день. Тут очень много денег. Угу. Щит почему не интересно? Тут же видно, наги охраняют щит. Просто их не пробить. Ну, надо сейчас не пробить. Дальше можно будет. Бля, его можно здесь разбить и здесь купить. Но это дорого. Снизу еще мясо, да, под улики привезти. Короче, какой план на игру? Сюда нельзя. Сюда нельзя, расстреляет еще из-за ресурса. Это бы тоже как-то разбить. Не, Лора-то отвезет. Просто дороговато здесь. И здесь неким выкупить. Кто-то из замка должен побежать. Ну, кстати, вот так, да? Внизу потом чекну. Сейчас, подожди, я думаю, может реально разбить и на 500 выставить сюда, а потом привезти... Если это берем, а потом везем вниз, да? Просто какой смысл сейчас, блядь, щит бы, да, тоже. Но щит сейчас, ну, не взять никак. Я думаю, можем ли мы вот так бежать? То есть сюда 1300 и сюда еще. И здесь остаемся, и здесь кого-то поставить. А этой подругой тогда вывезем, но так бы мы могли и здесь поразведать. Что-то еще может найти. Мне кажется, надо бежать пешком. Или нет смысла. Зато на разгоне, да, поставим? Ну да. Или вообще с этого начать. 20-40 опасно выглядит, конечно. Мне надо сюда, потом сюда будет бежать. Да, давай, наверное, разбиваться.
В смысле, как они? Воу-воу, полегче, блять. Девятая скорость. Пиздец, блять. Чё, блять? Сколько, сука? 42. Ебануться, да? 42, блять. Сейчас есть смысл сюда. Да я знаю, что 76. Есть смысл сейчас сюда. Ну, смысла нет. Можно вот это забрать. Или погабают. Или сюда запрыгнуть. Деньги. Или сюда. Бля, или вот это промелять. Мы в Татулик пойдем позже. Сейчас, конечно, не пойдем. Стой, если ты подхватишь. Во-во, а тобой на разведку мы пойдем направо. Может, тут еще что засветим. Здесь, конечно, бы, бля, еще вот это бы разъебать, но это никак не сделать. Так, еще мы армейку подтянем, да? И надо будет здесь выкупить. И поменяться. И ставим под вот эту тему, да? С никсами там, со всеми плюхами. Хуяся. Так это мейн, блять. Это вообще мейн. Алкин, блять. Алкин это вообще пиздец. Алкин тогда вот этот будет забирать. Алкин это очень сильно. То есть мы привезем еще отсюда никсов, да? Бля, этот. О, добежит нормально. Мы привезем отсюда никсов, с никсами прыгнем сюда, разъебем здесь. Сюда мы нырять не будем, повезем влево. Влево заберет Алкин, и здесь как бы ночуем, да? Ну или может вывести куда-то сюда. Здесь, если была бы тактика, да, можно было поставить. Или вот сюда нырнуть, блядь. А этот вывезет. Можем, кстати, сюда потом нырнуть и вывезти. Но Алкин слева точно. Алкин вот сюда. Алкин там, блядь, 100% сюда. Просто где-то его что-то подкачать, не подкачать не получится, да? Базовое это, да? Надо вот вывезти. 280 мумов остается. Ладно, давай так. А вот коробка, кстати, не заметил. Тюрьма охерительная, блять. Охерительная тюрьма с кучей мяса. Подули. Просто пиздата. Только нечем забирать.
Жаль, не взял тут Касю какую-то, да? Тупанул, тут нужно было еще с собой Касю. Да там нет, там 20 гномов не будет, там артефакт. Тут их, блядь, 40 нахуй. Тут бы кем-то выбежать, может, родной тут есть? Нету родного, да, блядь, со штрафами по болоту ёбнешься бегать. Надо это мясо вывозить отсюда. Все это мясо, оно очень важно. Подулик, ну мы сейчас уже не вывезем, да? Бля, кстати, а как я сейчас собрался улик брать, если я мясо с собой не беру? Ёб, паны в рот, блядь. Этого казино. Че за хуйня, Дим? Выстрелился подулик, а мясо-то не взял? Как я этот улик буду брать, блядь, без мяса? Сука! Это фиаско, блядь, братан. Это фиаско. Это фиаско. Ну и здесь забей, да, ничего нету. Касик вытаскивать нужны они, блядь. Пусть знает. Коробка, да, писец. Блять, жестко. А я выставился уже под улик. Без мяса не смогу залететь. Только если минимальный. Надо чекать, да? Если что, мясо вести. Блять, два Никса, 40 этих, да? Вообще это пробивается. 5 продвинутая. Ну, по идее, должна. 3-4. Ну, бля, охуенно, даже квиком пахнет. А ну, дай гляну. 90-й какой-нибудь, да, мясо оставить. Здесь вот так, да? Смысл вот это все отдавать есть? Наверное, нету, да? Просто так единички запихать сюда. Потому что они все, ну, там, откусят с напаса. Всех, они очень дохлые. Сорок пятый, нихуя себе. Тире жесткие, блядь. Никс, 4 этих, да? Так, а что за потери, блядь? Еще один никс, да? Которого мы в любом случае теряем. Надо квикать. 3 этих, да? Тут уже это сожрали. Одного никса его в любом случае сожрут. 6 уток. Ну пойдет еще, пойдет. 33, 6 уток, 1 никс, мяса нет. Да было бы мясо, блядь, сожрали бы мясо, сэкономили бы никса. Вот это, ну, вот оно, вот все по чуть-чуть, да, вот так из этих мелочей. Его надо сюда ставить, и сейчас Дрейка нам залетать сюда. Бля, а вот же коробка еще, пиздец. Дрейка нам сюда залетать. Ну, и вот эту нычку бы, да, покрасить. Давай, так, и таймер уже тоже, блядь. Заеба. Какая-то брать, наверное, смысла нет. Это вскрывать, наверное, не буду. Сверху мясо надо вывозить. Я по деньгам посмотрим. Бля, чуть-чуть не хватает.
Слушай, а мне отсюда, да, кем-то надо будет тогда вывести плюс 2500. Чтобы это взять, да? Хуя себе, поддержка залетела. С прошедшим днем рождения тебя. Спасибо за контент. Спасибо, спасибо, Иван. Спасибо от души. Хуя ты поддержал, бля, по-братски. Спасибо. Так, ну 2500 нужен герой, да, отсюда. И сейчас залетать будем. Ну опять без мяса. Ну ебаный в рот, блядь, опять без мяса. Опять без мяса. Ну надеемся, что маленький. Спасибо еще раз, Иван. Спасибо от души. От души вообще по кайфу, короче. Поддержка мощная. Очень мощная. Так. Никса я бы даже не брал. Пять пять. Ну, не знаю, как будто квик, да? Хотя не факт. Нижнюю ответку сниму, да? Шестерку заедем вот так. С нижнюю ответку снимаем. Так, оставим. 2-4, нормально. Пять четыре, уже лучше, да? Ну, опять маленький, да? Будем мясо заливать, чё? Семерик, да, там 6. 30-й, ну вообще забей. Надо нижний вытаскивать, но нижний сейчас не вытащим. По деньгам не, срос, не сходится. Можно попробовать. Вот так, да? Так, а мне единички нужны, камон, бля, дядь, а ну отдай. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо вот это смотреть. Может быть, даже Дрейка нам сюда заскочить, сейчас посмотрим. Надо пробивать это. Вон улик еще. 14-3. А ну. Чуть-чуть бы подэкономить на самом деле. Блять, суки, да? Летает, ёб твою мать, надо было вперед лететь, да? Сука. Пиздец. Хуя так могут этого въебать. Блять, я их подставил. Да ну нахуй, блять, Дим. Ты заебал. Еще хуже, да, чем автобой. Ну, на одну лучше пойдет. Ну, надо нырять в тот улик, да? Только мяса нет. И как к нему пройти? Блять, к нему не пройдешь. Кем этим нырнуть, да, тем вывести. Может так быть. И выставиться сюда, добрать этот улик через вот этот, да? И вывести через вот этого сюда и взять этот улик. Вот это было похуительно. Но не факт, что... Хотя, бля, должны вывозить.
Заебал. Ну не факт, да? Ну давай смотреть. Пиздец, жестко. Еще мясо надо сверху тащить. В честь пятницы. Спасибо, спасибо, дружище, спасибо. Ну, привезем мясо, это ладно. Спасибо за поддержку, спасибо от души. Блять, снизу еще надо мясо тащить, но уже по деньгам нет, конечно, нихера. Спасибо, Дмитрий, спасибо. Поддержка сегодня, конечно, колоссальная. Благодарю, благодарю, мужики. Так. Что там, да? Ну, нам надо темповать. Темповик за тенник получается. Темповик за тенник. Ну, не вывезем, блядь. Мы тут останемся. Тут нельзя оставить. А вон коробка справа, кстати. А за кем она? За утками. Сколько? 10-19. И снизу бы, да, так? Вот так вот. 10-19, блядь. Бля, да надо бить. 10-19. По две в утки, да, станут. Блять, надо бить. Может быть, просто мощная. Блять. Почему я их не разделил, суки? Ебать их тут. Пиздец. Первая атака еще, да? И не выбиваем. Я его рот ебал. Вау, 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 вау. Ой-ой, это пизда, блять, мужики. Это заливка. Не выбиваем, пиздец. Это пиздец, все это пизда. 10-19, но я не ждал, что так много. Раз, два. Раз, два, шесть. От их 18. Пиздец. Я думал их, блять, тут... Ну, 14, ну, 13. А их тут 18. Это заливка, мы уже нихуя тут не сделаем. Перетемповал. Бать, ровно двух-то выбил. Бля, не в того ударил. Это пиздец. Наигрались. Ну, я... Бля. Ай, блядь. А представьте, охуительно, если без потерь это пробивалось бы. Ладно, это еще не ГГ, но это пиздец. 6 уток, блядь, въебали. 6 уток въебали. Что, теперь сюда? Это пиздец, конечно. Ладно. Это жопа, блядь. Блин, жесть. Так коробку за тряпками не знаю.
типа в этого, блядь. Не знает. 79, мне кажется, разъебут нас, блядь, эти коробки за тряпками. Блядь. Блядь. Грейд птиц надо ставить. Грейд птиц сейчас надо ставить и птиц грейдить. На все бабки. И уже с грейд птицами уже можно будет что-то думать. Единичек надо будет привести, да? Два-два орашка. Не пробить, да, вот это. Но с грейд птицами можем это пробить. Блять, 1-1, блять, там пиздец. Тоши, да. Так, а где мясо, блять, сверху, да, мясо. Две птицы, ну квик. Блять! Наси 90-й. ГГВП. Или птицы разберутся. Давай 60-й. Пиздец. Блять, да как так? Вот как так? Вот, блять, там шестюток залил. Там это, да? Ну, сука, ну просто сучий пес. Просто сучий пес. Если нравится видео, нажми лайк. Не нравится, жми дизлайк. А также можешь подписаться, если у тебя будет такое желание. Он должен был их убить. Было бы сейчас 20 уток. Было бы 20, да?
маленькие микроошибки очень сильно поднаказали. Алло. Угу. Угу. Давай, чуть занят тут. Катка жесткая потом. Опять без мяса, да, залазить? 2500 нету. Хотя, подожди, если вот это взять... Не, не смогу. Мясо по-любому надо. Эй, блядь, не дотягивается, сука. Кто здесь? Так, ну это нужнее, да, чем вот это. Надо сверху вытащить. Ай, блядь, у меня ж не хватит денег. Блядь. Давай тогда так. А может с этой коробки начать потом сюда? Сейчас. Чуть-чуть потерпите. Ага, отлично. Ну как, не совсем, но... А, стой, 2500 нахуй я трейдил. Думал, тут еще один герой нужен. А почему? А, гномов оббегаешь, мудак, блядь. Давай. Нихуя. Сюда, да, заедет. Мясо привез, чтобы здесь, да, его разъебали. Пиздец. Привез мясо, чтобы его здесь разъебали, блядь. Отсюда надо начинать. Если 90, здесь могут опять, не знаю, пойти, блядь, это, да, взять на следующий ход. Да, блядь.
Блин, жесть какая вообще, блин, жесть. Респ-то рабочий, респ приятный. Блять, у него кася моя. Статы ебанешься. Респ приятный, но вот заливочка, да, там, заливочка там, бля, и пиздец. И как выходить теперь, бля, ну надо этой целькой сюда нырять. Так, здесь же мясо, да, еще есть. Все это под вывоз, это надо тоже вывозить будет. Этот хорошо качается, он, понятно, блядь, замейнится. Надо какой-то ГМ здесь поставить, посмотреть, что у нас тут вообще. У нас все тут охуительно, хоть где-то, да? Ладно, здесь тогда нырнем сюда. В принципе, этого должно хватить, чтобы это без проблем раздраконилось. Давай подкачаем цельку. Две единички, ну похуй на них, да, в принципе, да. Только вот это брать нельзя, потому что нам вот это бы вернуть в замок. Здесь кто-то есть, да, бля? Тогда не в замок, тогда передать это сюда и уволить. Или просто в замок уволить. Вот так, да. Мясо, блядь, конечно. Ебучее говно. Блядь, жесть. Птицу дам, ладно. Блять, как-то бить без мяса? Надо мясо привозить. Может, было на единички на гномов не терять, да? Да, что-то я тупо... Ну ладно, похуй. Так, чуть-чуть, да, не справляюсь я тут с... Это самое... Я думаю, сначала это или сначала вот это. Это что такое вообще? Деньги, что ли, собирать? Или потом вывозить? Тут вот есть. Пиздец. Я тебя понял, нихуя себе, блядь. Сорша это бить надо. Через вот это дело. У 91, блядь! 91!
Пиздец. Добегаю до нихуя. Блять, пиздец, блять, ебаный рот. И цепочка останавливается до здесь. Ну давай лучше сюда выставимся. Могу сбросить через эту тюрьму. Куда я здесь остаться? Да Уликов пиздец. Вопрос, как это вывозить. 1800 сюда, 1100, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. И сюда last move on, да? А этот вытащит щит. И потом вытащит отсюда улик. Ну, сперва щит. Вот так, только чтоб не мешать, да? Вот это я не знаю вообще, что тут, блядь, делать. Делать тут нехуй. Здесь надо саппортить, вывозить. Но это, в принципе, потом можно без проблем сделать, да? Чё по Алкину? Еще 600, да? Отсюда будем бежать. Сейчас. 2 минуты, кстати, хуёво по таймеру, пиздец. Так, ладно, вот этот возьмет сюда. Ай, блядь, он должен вывести тогда. Это он не возьмет нихуя. Пиздец. Тут вот это ебаное мясо. Ладно, похуй, стой здесь, ты стоишь здесь, будешь вывозить сюда, отсюда кто-то сюда, отсюда новый герой сюда, да, или отсюда поставить сюда, этот пробивает и вывозим, а это потом через день. Да, вот, ну тут есть герой. Или снизу мясо, блядь, вывести под этот улик. Ладно, похуй, давай вывозим мясо. Что тут по префектурам? Уже поздновато, ну да ладно. Так, ладно, пойдет. Так. Что здесь? Меня.
Касик, не знаю, продавать, не продавать там в этом улике. Мне кажется, и так затащим, даже 90 там. Мне кажется, и так затащим нормально. Не думаю, что тут касик надо сливать. 90, блядь, надо было сливать касик, да? Сука, блядь. Да что ж за ошибочки, да, такие? А ну, выбиваешь стек. Выбиваешь, блядь, надо было делить, что ли? Тогда вот так делаем. Так, слушайте, ну вроде нихуя себе, блядь. Сука, минус утка все равно. Нормально, 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 блядь. Вообще минус одна, вообще хуйня. Зато касяк спасли, а так бы еще 80 кась, блядь, залили. Ну не хочешь, да, землю, блядь, докачивать? Пес, блядь. Пиздец. Плюс 11 уток, ебанешься. 27 уже, у нас еще 2 улика. Так, ну мейна бы разбить, да? Ты сможешь вывести? Ты сможешь вывести на самом деле. Мейна надо разбивать и под ГО тащить. Но без масс-масла я его рот ебал. Может здесь как-то можно будет подкачаться. 4 знания. Блядь, это бы забрать тоже, да? Надо разбивать на кассе. Ну тоже, блядь, мы вов пиздец. Может здесь где-то разбиться, да? Вот этот впитать, да, и здесь разбиться, кстати. А ну сюда 600, да, 600. То сюда и здесь разбиться и остаться на пополнение. Постройка на опыт за РТ на 7000, блядь, стоит. Я там охуею. А ну вот сюда 600, да, давай, наверное, так. Чуть-чуть вот так еще тут. А ну. Да ёб твою мать. Ну ладно. Так, пока не выкупаю. Ладно, поехали. Тут сейчас сложная будет цепочка. Тут сейчас будет очень сложная цепочка. О, охуительно. Не могу, конечно же. А, походу, двух сольем. Ебать копать. Ну давай.
Сможем вывести, блять, потом хуй вывести. А, подожди, мы же отсюда сможем или не сможем. Ну, щит надо брать, пиздец, по-любому. То есть без щита я ебал. 140. Стой, на last move там сядем, да? Хватит. Пятьдесят 99, охуеешь, да? Пиздец. Восемьдесят, блять. Нормально такой, без потерь возьмем. Надо покупать героя, вывозить. Сюда и отсюда, сюда. И сюда ебашить. Бля, может в утопу вообще надо было запрыгнуть с такой-то армейкой, бля, две домашние утопы. Эй, блядь. Эй, как нет? Мува, блядь, сучка. Блядь. Или я дать, блядь. Не хватает. Это сейчас на все бабки. Ночевать, что ли, тут придется. Пойдет. А, еще надо выкупить, да? Ну ладно, выкупим. Да. Не проблема. Легунара сюда, блядь, запульнуть. Тут жестко на самом деле, но нормально. Блять, деф надо было брать. Ебаный в рот. Блять, и денег нет.
Хорошо, кстати. Делить или не делить? Да надо делить. 4-9, нормально. 60-й пойдет. Сожрал все мясо. Ну тогда хуя, бля. По таймеру пизда. Чё по Алкину? Алкин стоит, ждет. Блять, мейна не выкупил. Воу-воу-воу-воу-воу. Да, блять. Да, блять. Книжку не купил, но похуй, ладно. Там тоже пиздец, блядь, перенасос. Так, ладно. Базовое поместье, блин, да? Чё ж, блядь, раньше ты? Где было, блядь, базовое поместье, нахуй? Блять, выходить надо вообще. На самом деле, вообще сейчас бы выходить. Было похуйтено сейчас выйти. Тогда хуя. Есть ли смысл сюда нырять? И мы ж просто здесь остаемся. Ну все, ну сейчас подожди, я проверю, сколько тут бежать. А, он не добегает, да? А, ну подожди. Ну да, надо оставаться. Вывозить этот улик. Здесь можно бы коробку, да, ебануть. Вниз куда-то ехать уже бессмысленно. Один улик остался, все собрал, все, что видел, все собрал. Ударом сюда мы. Я, наверное, сюда... А, блядь, всю шману сожрут здесь. И я твою рот... Надо только лохом пробить, а коробку попытаться им, что ли, впитать? Или нет? Или без коробки так и выходить, без масла? Хоста есть, хоста есть. Блядь, ну если масса, тут вообще заебись, блядь. Лохом пробить это. Взять коробку. Можно вот этим пробить, кто отсюда выйдет. Поехали. Так, ёбаный мудак, блядь, здесь вышел. Ну, блядь, хуй знает, наверное, сможет, да, пробить. Так, стой, подожди, блядь.
Так хочется мне это впитать, блядь. Ну так хочется это впитать, сука. Не могу, не могу. Ну, блядь, если тут... Блядь, ну не знаю. Ну давайте впитываем. Сука! Блядь! Сука! Жесть, конечно. А было бы еще больше шуток, да? Ну, блядь, без масла. На хосте надо. На хосте будем выскакивать. Бать, там статы. Пиздец, блядь. А у нас тут... Ладно. Пушку на ГО не беру, возьму на ГО артиллерию, в смысле туда, где она, а где балик здесь, да? Какое-то мясо еще довозить смысла нет.
Хотя вот это бы, да, можно бы. Хотя нет, там касяк у нас, я ебал сколько, да? Или я бы вывез. Блять, купить бы, да, вот этого. Вот с этой хуйней бы выскочить. Гунар, блять, ну иди собирай, хули делать. Гунар, хули тобой делать. Все задействованы, все, блядь, все задействованы, никого нет лишнего. Я, блядь. Тоже охуительная. Блядь, я книжку купил? Купил, пиздец. На секунду подумал, что нет. Ебанешься, блин, да? Вот это надо было, наверное, что забрать. Ну, уже хуй с ним, да? Так, подожди, это так, правильно? И вот так. Бля, неправильно. Такая разница. Блядь, 47 уток, хуяси. Это беру. Единички вот так беру. Это смысла нет вот так. Блять, может в утопу, ебаный в рот, блять. Мужики, может в утопу, пиздец. Может в утопу, нахуй мне этот выход, а? Я ебал, может в утопу нырнуть, блять. Щит дам на уток, разъебу, блять. Мясо дохуя. Пиздец. Может нахуй этот, может в утопу. В утопе, блять, можно и... Не знаю. 47 уток на эксперт атаки, пиздец. Очень сильно. Не знаю, мне кажется, утопу надо ебать. Давайте пробовать утопку. Заодно и контент. Ну, можем тут, конечно, потерять, но, бля, не знаю. Мне кажется, надо нырять. Щит дадим. Минус мораль есть. Поехали. Пять, семь, да? Пять, шесть. Два, три. Может ли выбить 2-3? Надо было хасту дать, потом щит 2-3. 800-1000, да? 5-6. 1000-1200. Надо 5-6 нырять. Бля, не выбил. Мудак, бля, 33 хп, ладно. Стука, блядь. Блять, да что ж ты не выбиваешь-то? Ты заебал, блять, пес. Ну, похуй, 7 уток, да? За что? Блять! Блять, нихуя ебать. Нихуя струя, блять. 7 уток, блять. О, блять.
Сюда это ГО, блядь. Нихуя мы нырнули в утопу. Ебануться, блядь. Ебануться. Просто, блядь, ебануться. Нихуя себе. Просто пиздец. Я в ахуе, блядь. Я в ахуе, блядь. Блядь, извините, просто рофлю, пиздец, жесть. Просто жесть. Ебать, сюда, сюда. Пиздец, утопа, блядь, не то слово, кайф. Ну, щит смысла нет, да, бахать? Так, таймер еще, да? Ху-ху-ху, блядь. Ну, из-за этого мы, конечно, до центра не добежим. По понятным причинам, да? Блядь, тут такая толпа стоит, блядь, чё кому, ну, блядь, не знаю. Будем тут всё добирать, не знаю. Блять, выстроились. Ну давай, ебать, сука. Блять, выстроились. Так, этого надо под разбивку поставить. Ладно, так. Так, и по таймеру, да? Да, бля, да, вот это мы нырнули, да, в утопу, мужики? Вот это мы, конечно, в утопу нырнули, блядь. Просто пиздец. По-царски. Просто по-царски, да? Ну и чё, дропается? Ну да, дропается. Пизда, блядь. Ну это пиздец. Это пиздец. А, не, подожди, дропнулись, но он стоит здесь. Все, окей, тогда окей. Статы там я ебал, да? Мощь вся хуйня, все тут спылесосил. Нихуя тут уже нет.
Сверху город взял, да? Таверна есть, да? Слева тоже все, блядь, разъебал, небось, пиздец. Ну, он все добрал, блядь, а так мог я добрать. Ну, пиздец это, конечно. Надо это забирать. Это надо забирать. Кто может пробить? Не надо. Вот так еще делать. Ебанутая армия, да. Все добрал, статы взял. Надо накрывать. Надо что-то вытаскивать. И накрывать. Возможно, без маны. Возможно, это наш шанс. Готов пробить, да. Армор взять. Масла нет, ну, в принципе, оно и не надо, да? Или надо бы? Да не, не должно быть проблем. Две утки на квике. Блять, надо было квикать, да? Ну это хуй знает вообще. Блять, а могут быть и джины, да? Тут надо, если бить, надо бить кем-то. Блять, кто пиздец умеет? Дереком по-любому, да, накрывать. Ай, блядь, не хватает. А, ну из-за этого. Да, Дереком по-любому накрываем. Ты что можем вытащить? Вот эту можем в теории попытаться вытащить. Здесь свиток, но он не нужен, да, здесь надо бы. Вот это надо разъебывать. Вот это может разъебать, а кто-то другой вытащить, да? Алкин, спасибо за службу, блядь. Асик туда не давай, да. Там хасту дадим, вот так. Кем-то другим повытаскиваем, да, это все.
Масло есть, все есть, хоста есть, поехали. Ебать, и не обгоняем, да, один хуй? Я ебал, блядь. Сука! Пиздец, и сейчас еще тут въебемся, блядь, хилки нет, нихуя нет. Ладно, три утки пойдет. Давай джинов. Понятно. Тоже кем-то надо бы пробить это. Заебали. Пиздец. Вообще, да, вы охуевшие рожи, блядь, я смотрю. Блядь, что-то я вообще... Очень хуёво сейчас. Ну ладно, две. Возьму, да, что делать? Защита от земли, кстати, от взрыва, да? Че, ладно, пойдем на кровать уже, хули делать. Делать нехуй. Только уток, блядь, слили. Ну, вытащили, да, там чуть-чуть. Чуть-чуть вытащили, да. Какие-то еще доборов я не вижу. Кем на кровать? Дрейконом? Мы вот добегаем. Ну, это пизда. Ну, тут как бы, блядь, ну, ты чё, убегать на респ, на свой. Сам наебался, блядь. Дошел бы, ну, через ДД, блядь, взял бы это, дошел бы до центра и все. Тут сам наебался, тут, ну, надо проебывать. Надо идти проебывать и фиксировать эту неудачу. Ну, это пиздец, он нас просто разъебет. Все, у нас без тактики, ну, он с тактикой, да. Это пизда, блядь, рулю. Без манны. Ну, мы нихуя тут не сделаем. Ну, это ГГВП, блядь. Я его рот ебал. Он сейчас просто влетает в лицо, вот этим снижает. Но единственное, минус дохуя морали. Не знаю, может минус дохуя морали что-то смогут сделать. Но это, ну не знаю, по мне это ГГВП. Но тут надо, ну, тут на самом деле, я честно скажу, надо проиграть. Тут надо проиграть и зафиксировать, что
ты сам проиграл, потому что ты вон, он, блядь, 20 джинов вытащил. Потому что ты сам виноват в проигрыше. Нужно было продумать, блядь, да, ход. Во-первых, выйти на день раньше, потому что, блядь, все, ну, нахуй. Можно было не добирать снизу, блядь, улик, он не въебался. Можно было выйти на день раньше. Справа улик альтом и так далее. То есть я это не продумал. Вот, и второй момент. То, что... А, он... это ходит первая хуйня. А, не долетает. А чё хас не дает? Хуй знает. Угу, понял. Ну все, ГГ сейчас залетает и все. Хуяся. Да не, да понятно. Не, ну он ответку снял, я бы залетел утками. Просто залетел бы на самом деле. Не знаю, почему нет. С утками залетаешь и хорошо все. Мы можем на мораль полететь. Вариантов нет других. Ну тут как бы тут проиграли. Тут справедливо проиграть, справедливо принять это поражение, отдать ПТС этому оппоненту и уже как бы вот так вот. Это справедливо будет, я так считаю. И будет мне уроком. Надо, ну, повнимательнее. Тут реально надо прям пиздец повнимательнее. Ну давай, мораль. Нету морали. И тут нету морали, ладно. И он первый ходит, ну да. Ладно, ГГВП, спасибо за игру. Давайте посмотрим, что у него. Тут все справедливо. Одна ошибка, ты ошибся. Там даже не ошибка, там чуть неправильно сыграл. Там чуть-чуть неправильно сыграл, чуть подзалился, чуть там, туда-сюда, да. Вон он уже вышел, на 1-1-7 вышел, на 1-2-1 побежал, да? Армия просто ебанутая, просто пиздец армия, бешеная. 32, блядь, 4-12, нихуя себе, ну. Слушай, нихуя там жир, да, раздает, блядь? Раз, два, три, и это еще не вывез даже. Это вывез, пиздец. Домашнего топа не вывез. Меч не вывез, интересно. А, вот здесь вы... А, нет, не вывез. Улик вывез. Вывез улик. У дороги. Рядом. Ну, блядь. Отстроил, загрейдил. Ну, пиздец, что я могу сказать. Чё. На один день надо было раньше выходить. На один день раньше. Да почему не люблю лейт? Ну я просто не вижу смысла, бля, он еще щит добрал. Ну это пиздец. Бля, да, бля, чайник вытащил. Ну понятно, щит, чайник, да. КЗ-ха, блядь. Сука, мы бы это разъебали. А ну давайте спроецируем, как бы это было. Вот мы видим тюрьму. Ну не. Ну мы ее... Ну прыгнем, но не вскроем. А вот если вот этим... А вот этим вскроем.
И такие, нихуя, ебать. А, и не добегаем, смотрите. А, ну есть ДД, да? Ну и пиздец. Ну бы по таймеру все нам бы отсосали, да? Не успели бы мы это все повывозить. И мы здесь сидим, а он только добегает, и здесь финалка. Ну, у нас 50 маны и цепуха на 600. Ну, не факт тоже, что эту финалку выигрываем. Статы хорошие, но не факт, что выигрываем. А что у него? Что у него? Сейчас чекнем и домашнюю топ. Я просто хочу проанализировать игру. Да не, наверное, выиграем, да? 16 маны. Масло есть. А не, не факт, что выиграем. Статы тоже хорошие. Стрельба, ебануться, блядь. Жестко, жестко. Раздало, конечно, ему пиздец. Я думал, у нас жирище, оказывается, нихуя. Тут жирище. Тут столько уликов, ебанешься, да? Еще концы. Кайф, кайф. Еще и Зефу где-то вытащил. Но Зефы вытащить — это мое уважение. Ботинок же нет? Нет. Эксперт, лого, Кася. Ну, Кася, видимо, на первый день пришла. Блять. Как заебала эта хуйня. Еще и... А, вот здесь одну Зефу вытащил. И это вытащил, все, понял. Ну да, он просто разъебал весь центр здесь на бабках. КЗ, вся хуйня, там все было. Чайник вытащил слева за нагами. Справа забрал щиток. Дел щит, чайник. Пиздец. Вот, ну не знаю, ну была бы конкурентная, наверное. Что думаете? Была бы конкурентная. Но он бы вот так подошел, да? И, наверное, разворачивался под чайник. Вот этим броном, да? Там, в принципе, и брон эту хуйню разбивает. Ну, не факт, кстати, да. Здесь мог бы, да, вот так тоже взять и накрыть нас с КЗ-хой. Пиздец, там герой должен быть ебанутым. Ну, без книжки, да, не накрывает этот нас КЗ. Этот нас КЗ не накрывает. А, подожди, так мы сами бы его взяли, да, наверное. Блядь, ну тут было бы интересно. Тут, конечно, было бы интересно, если бы мы... Если бы мы дошли до центра...